станице Северской завершаются работы по капитальному ремонту скважины водозабора номер 3. Достигнута проектная глубина в 390 метров. Глава района Андрей Дорошевский вместе с депутатом законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Орленко побывали на объекте и побеседовали с бригадой подрядчиков. В данный момент идет процесс промывки скважины. Продлится он еще пару дней. Идет даже с опережением, да, темпов бурения. Ну, я просто смотрю, что у нас по контракту 2 месяца, ага. Они вот месяц бурятся примерно, да, и уже да, почти достигли заданных горизонтов. По заверениям подрядчика, ориентировочно через неделю скважину можно будет запускать. Дебит добываемой воды 25 кубов в час. 600 кубов в сутки, это действительно снимет напряжение. Будем надеяться, что все-таки все пройдет без сбоев и вы нам дадите воду, как мы договаривались. На второй скважине под номером 2 возобновлены работы после технического перерыва. На сегодняшний день здесь достигнута отметка в 180 метров. Проектная глубина составит около 400. Работы продолжаются по плану.